Реналь, упорный поединок с Сафиным в финале. Один уколос разделил. Чего не хватило для победы? Ну, не хватило, я думаю. В принципе, план у меня на бой был до этого. Схему я вроде правильно составил на бой, но мне просто непонятно было пару уколов, которые судья давал как обоюдные. Мне хотелось бы, чтобы... Мне казалось, что я раньше начинаю в атаке, а давали обоюдные. Пока я думал, как мне перестроиться и сделать так, чтобы судья видел мое преимущество, я получал лишние уколы, пока, как говорится, соображал. Но потом при счете 10-6 я уже убрал эту шелуху из головы и начал показывать то фехтование, на которое способен. Сегодня командные соревнования. Для тебя вообще есть какая-нибудь разница между личными командами? Личные команды – это вообще разные турниры. Личные – это ты сам за себя фехтуешь, а командные – за команду. За свой регион фехтуешь, тем более большая ответственность. Хочется показать и хороший результат, и показать, что наша область московская тоже от сильнейшей в России. Вчера у вас был свободный день. Чем занимались? Ну, нас организаторы этого турнира повезли в ущелье, где мужской монастырь. Была очень красочная поездка, как путешествие даже, там горная речка. Очень красиво, и это помогло нам восстановиться, подышать горным воздухом. Очень спасибо, большое спасибо хочется сказать организаторам, что такое нам мероприятие устроили. Спасибо большое.